Новый формат. В Мурманской филармонии состоялось масштабное открытие форума «Культа Арктика». Он проводится впервые и, по мнению участников, станет самым ярким событием месяца. Уже с утра в стенах филармонии кипела жизнь. Открытие форума «Культ Арктики» было поистине грандиозным. Девиз фестиваля – «Арктика – территория традиций и экспериментов». А само событие приурочено к празднованию 84-й годовщины образования Мурманской области. В форуме совместили два элемента – профессиональный и культурный. В профессиональном блоке речь также пойдет об экономике, о креативных индустриях, экологии и туризме. Второй обширный блок – это культурная программа. У нас будут работать три площадки. Это ярмарка на улице Воровского, кино-кухня. Завтра у нас работает 5 углов, где будут проходить мастер-классы. В качестве модератора на форум приехал знаменитый тележурналист, продюсер и актер Андрей Малахов. Уроженец Апатитов не потерял связь с регионом. В Мурманскую область он возвращается при любой удобной возможности. Люди, которые родились в Мурманской области, даже если они уехали когда-то много лет назад, все равно в их сердцах живет любовь к родному краю, пусть это даже они не афишируют. Андрея можно назвать меценатом. Он не только приезжает домой, но и немало в культурном плане делает для региона. Это и выставки, и тематические события. Ну а большее внимание достается родным Апатитам. Здесь благодаря ему появилось немало арт-объектов. В этот визит Малахова наградили знаком отличия за заслуги перед Мурманской областью. В рамках фестиваля в честь Дня Мурманской области в центре города 28 мая состоится музыкальный марафон. Перед зрителями выступят варганист Ильдар Гимадиев, диджей Решетников и певица Пелагея. Старт программы 18:30.